Ой, привет! Привет, Оль, как дела? Хорошо. Папа. Привет. Что так долго не открывала? Деньги прятала? Вы осторожно. Так. Привет. Привет. Так, держи. Ой, ну, то, что ты любишь. Шоколад, духи. Спасибо. Слушай, а я тебя даже чаем не могу напоить. Мне на работу нужно бежать. Ты же говорила, у тебя сегодня вроде выходной. А у меня сменщица новая. Ну, и нужно ей объяснить все как-то. Ну, ладненько, я в самолете позавтракал. Слушай, я натоптал тут, я уберу потом. А ничего, я сейчас вымою. А я фотографий много наделал. В воскресенье приезжайте к нам смотреть фотоотчет. А Денис не сможет, он машину в сервис дает. А ты без Дениса, одна на такси, я потом оплачу. Мама рада будет. Оль, телефон! Пап, не бери, пожалуйста, трубку, я сейчас! Я принесу. Алло. Да, квартира Прохоровых. Коллектор? Какой коллектор? Дай, пожалуйста. Алло? Да, это его жена. Мы переведем деньги в течение 2 дней. Да, точно. Не забудем. Да, свидание. Денис взял еще один кредит на магазин. Он хотел расширить ассортимент, а тут курс подскочил, понимаешь? Почему? Мне не рассказала. Я не хотела тебя волновать. А если сюда судебные приставы придут, все опишут? Или квартиру заставят продать? Квартира моя, пап, не Дениса. Ты его жена. И ты потенциальный ответчик за кредит. Он что, этого не понимает? А, да, я забыл. Ему же на все на это наплевать. Я поехал на работу вечером, говорим. Пап, ну не волнуйся ты так, пожалуйста. Ну он справится. Для кредитования нужной вам суммы необходимы поручители. У меня жена работает в детском саду. Она может быть поручителем? Боюсь, ее дохода будет недостаточно. Может быть, еще кто-то из родственников? Ну, мои точно нет. А из родственников жены? Не знаю. Попробуйте поговорить с ними. Понимаете, в других банках вам скажут то же самое. Или предложат очень высокие проценты. И сам заем станет невыгодным. Я понял. До свидания. Да я, ну, не знаю. Я, на самом деле, если, конечно, тут... Я перезвоню. Ты опять пьешь? Ох, до свидания. А ты что думал, что мы с тобой больше никогда не увидимся? Эти 300 тысяч, которые я тебе оставил, станут прощальным подарком? Ты не имеешь права лишать меня сына. Да. А ты что мне обещал, когда я залетела? И что изменилось за эти 6 лет? М? Ты купил мне квартиру, ты развелся? Может быть, эти 300 тысяч – это просто алименты вперед? Понятно все? Вик. Пусти. Ты кого-то нашла, к нему переехала? Денис. Ты запомни, что я законный отец Сашки, да? Ты это запомни. Да? Милый, ты жене это свое скажи, м? Подкаблучник. Мам, пойдем сначала погуляем с собачками. Хорошо, только не буду. О, я открою! Так, стой! Стой! А ну, бегом собирайся! Леша! Леша!
Леш, откуда? Ты откуда? Мы же тебя только в пятницу ждали. Документы быстро оформи. Я звоню, но ты трубку не брал. Я, наверное, на совещании была. Привет. Юля, это папа. А помнишь, я тебе говорила, что он скоро приедет? Подойди ко мне, я вас познакомлю. Юля! Прости, пожалуйста. Ну, просто она так с незнакомыми... Все нормально, я понимаю. Раздевайся, сейчас. Юль, иди сюда. Да я не хочу! Иди сюда, я сказала, да перестань! Я позвоню на работу, скажу, что я не приду. Ты проходи. Да, хорошо. Юля, иди сюда. Так, стой. Иди сюда, я сказала. Да, милый, привет. Сергей Анатольевич вернулся? Да. Оставил свой чемодан до вечера. Ага, то есть вечером он будет? Конечно, будет. А что ты хотел? Да я был в банке, там можно новый кредит взять. Но нужны поручители. Как ты думаешь, отец твой согласится? Знаешь, по-моему, это исключено. Просто при нем позвонили из банка, и он ужасно разозлился, когда узнал, что у тебя куча долгов. Ну а зачем ты ему сказала, Оль? Я ему ничего не говорил. Он просто понял это из моего разговора. А сделать как-то так, чтобы он не понял? Нельзя было? Ну, извини меня, пожалуйста. Я растерялась. Послушай, а я не могу сама выступить поручителем? Ладно, все, я уже приехал. Давай я тебе перезвоню. Нет. Можешь поспать немного, я постелю. Спасибо, я в поезде выспался. На работу поеду. Буду ехать домой, позвоню. Немножко кашляем, но врач нам сказал, что мы не заразные. Нам единственное после обеда микстуру надо пить. Вот возьмите. Я поняла. А вы пройдите к медсестре, она все там пишет. Так я хотела... О, Ольга Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Сергеевна, мы еще немножко кашляем. Вот микстуру я принесла, надо пропить. Елена Петровна, вы пройдите в кабинет медсестры, она все да. объяснит вам. Я вас провожу. Ладно, хорошо, спасибо. Леночка, здравствуй. Я тебе Привет. Пару книг принесла по раннему развитию. Почитай, спасибо. Там много чего спасибо. Полезного. Ольга Сергеевна, спасибо, что пораньше пришли. Я просто еще не совсем освоилась. Да ладно, все хорошо. Дети, дети! Так, Саш, давай быстрее. Здравствуйте. Здравствуйте. Это старшая группа? Да. Нас к вам перевели, вот карта. Так, Саша. Мам, я не хочу здесь. Ты Саша, да? Уходи. Так, сопли вытер, Саша, и быстро к детям. Идем-ка сюда, идем ко мне. Простите, вы запомните тут еще графу координаты, хорошо? Хорошо. Саша, идем ко мне сюда, пожалуйста. Меня зовут Ольга Сергеевна. А ты Саша, так? Твоя мама, наверное, очень любит ходить на работу, да? Мама редко работает. Но все равно, она же любит ходить иногда. Так вот, дети тоже ходят на работу в садик. Вот ты попробуй один день. А если тебе не понравится, ты не будешь больше ходить. Договорились? Прыгай. Кира! Кир! Кир, это Саша. Познакомь его с детьми, пожалуйста. Привет, Саша. Пойдем. Детки, а это Саша. Он хороший мальчик. Возьмем его себе в группу. И как это у вас получилось? Да, с чужими дети всегда идут легче на компромисс. Ну вот, теперь все хорошо. Андрей, иди уже домой. А вы мне потом из зарплаты вычтите. Не. Иди уже, я не могу смотреть, как ты развлекаешься. Давай. Да ладно, что, покупателей все равно нету. На тебе за целый день.
Давай. Давай. На втором этаже. Поднимайтесь. Спасибо. Алексей Ильич, вы вернулись! А мы о вас недавно вспоминали. Алексей Ильич, как я рада, что вы вернулись. Здравствуйте. Здравствуйте. А где Вася? Василий Павлович в конференц-зале. Пойдемте. Он должен сейчас освободиться. Ага. Я скажу ему, что вы здесь. Группу крови свою, знаете? Первая положительная. Угу. Наташа видела, Цыбин вернулся. Серьезно? Угу. Точно, Цыбин. Врач от Бога. Был лучшим репродуктологом нашего центра. Господи, что пришлось ему пережить? Проходите, 215-й кабинет. Врач Соловьева Ирина Анатольевна. Спасибо. Простите, пожалуйста. Извините. Вы же Цыбин, да? Да. Наверное, это не совсем этичный вопрос. Дело в том, что меня направили к врачу Соловьевой. И я хочу спросить, хороший ли она специалист? Хороший. А что у вас случилось? Ну... Дело в том, что мы с мужем несколько лет пытаемся завести детей. И ничего не получается. И я вот сдала все анализы, все в порядке. Но многое зависит от хорошего специалиста, ведь так? Ну, в этом деле не все зависит от врачей. Бывают анализы хорошие, и оба супруга хотят детей, а все равно ничего не получается. Может, потому что любви маловато? Но это точно не про нас с мужем. Слушай, у меня что-то с часами. Сколько у нас на время то? Извините. Угу. Понял. Здорово. Ну, здорово. О, Алексей Ильич. Так, коллеги, пожалуйста, значит, операция требует максимальной концентрации сил от хирурга. Это алло? Сейчас... Оль, ты можешь подъехать? Анастасия. У меня тут полная задница. Что случилось, Денис? В обеденный перерыв кто-то в подсобку залез. Что? Любой. Я приеду. Даже сестры, которые... Вы мне извините, пожалуйста, простите. Вася. Лёшка, да ты практически не изменился, тебя и узнать спокойно можно. Да и ты тоже не изменился. Даже начальственный вид не приобрел. Ну, ты же хорошо знаешь моего личного диетолога. Пойдем присядем. Слушай, я как раз тут недавно вспоминал тебя и подумал, что если бы не вся эта ужасная история с твоей тюрьмой и... Вообще весь этот кошмар. Ты бы, наверное, сейчас в моем кабинете сидел, в моем кресле. Нет. Администрирование и выбивание денег – это не для меня. Я хотел бы продолжить врачебную деятельность. Леш, понимаешь, сейчас в медицине очень сильные сокращения идут. Ты знаешь, я каждую ставку буквально зубами в министерстве вырываю. То есть места для меня нет? Ну,
Человек с твоей репутацией в медицинской сфере, с твоим уровнем, с твоей головой. Да ты моментально работу себе найдешь. Любая клиника тебя с руками оторвет. Я привык здесь. Леш, ну нет. Ну нет у меня ставки для тебя, понимаешь? Ну хорошо, я поеду в министерство. Я попытаюсь что-нибудь сделать. Я обязательно. Я попытаюсь выбить. Но... Тороплюсь очень. Да, конечно. И если хоть что-нибудь будет, я моментально тебе позвоню. Я очень рад тебя видеть. Спасибо. Полиция на такие дела даже время свое не тратит. Драгоценное. Для меня это все катастрофа. Сходил пообедать. Слушай, мы обязательно что-нибудь придумаем. Ты даже папу своего не можешь попросить, Оль. И вообще, твои родители меня ненавидят. Они могут радоваться. Я полный неудачник. Полный неудачник. Денис, я очень хорошо понимаю, что все это неприятно. Но это не самое главное в жизни. Что самое главное, Оль? Я была в центре репродукции. Нам обещают помочь. Нашла время. Мы столько лет с тобой вместе, а у нас нет детей. Ты понимаешь, ребенок даст нам силы. Понимаешь, что ребенка надо обеспечивать? Я даже нас с тобой не могу обеспечить, Оль. Я поговорю вечером с папой. Вы знаете, я думаю, нам нужно выпить за то, что все возвращается на свои места. Что Леша наконец-таки здесь. На любимой работе. И... В общем, за тебя, Леш. Спасибо. Слушайте, а я даже не сомневался, что у тебя все срастется. Самое главное — не потерять квалификацию. Правда, я последние годы в основном лес валил. Да это не важно, Леха. Самое главное, что ты талантливый, востребованный врач. А все остальное там наверстаешь. Давай, за тебя. Да. Ну что, ты поела? Пойдем, я тебе мультики включу. А я все не могу напарника себе найти на объект. Заказ просто сказка. Фактически делать ничего не надо, платят хорошо. Так а что делать-то надо? Да, все то же самое. Установка системы видеонаблюдения, камеры и так далее. Слушай, Борь, возьми меня напарником. Ты что, не восстановился, что ли? Да. Во. Ну что вы? Как же прекрасно иметь такую вот красивую, умную сестренку. И жену. Ой, ладно вам. Ну что, за тебя? Я маме позвонила, сказала, что ты задержишься, потому что я попросила. Ну, правильно, а то она уж издергалась, все. А Денис сейчас твой любимый Бородинский привезет? Да не нужен мне Бородинск. Ну, честно говоря, я его специально попросила задержаться. Хотела с тобой переговорить. Я тоже хотел поговорить. Мне эта ваша ситуация из головы везде не идет. Дело в том, что Денис хочет взять еще один кредит, ну, чтобы погасить старый. Ну что, с ума сошел? Но у нас нет другого выхода, папа. Просто планировать надо, планировать, а не делать глупости. Потом эти глупости надо исправлять. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здорово. А ты вовремя, мы как раз тут о тебе говорили, вернее, о твоих кредитах.
Ну что о моих долгах говорить, Сергей Анатольевич? У меня бизнес нишевый. Надо вначале народ прикормить, чтобы отдача пошла. Это ж не пьем торговать. Сколько ты должен? 300 тысяч с процентами. И ты собираешься еще брать кредит? А как ты будешь отдавать? Или ты не будешь его отдавать? То есть я деньги дам, и все наладится, да? Нет, я думаю, что как-то само по себе все наладится. Само по себе никогда ничего не налаживается. Должен быть план. У тебя есть план? Покажи. Сергей Анатольевич, я думаю, что в нашей стране вообще что-то планировать бессмысленно. А, во как! То есть сами думать не хотим, а страна виновата, да? И ты надеешься у тести деньги выцегнить? Да. Знаете что, если мне нужна помощь, это не значит, что мне нужны ваши издевательства. Приятного аппетита. Пап, ну зачем ты? Да все потому, что твой муж еще не научился думать головой. А ты ему во всем потакаешь. В квартире прописала. Деньги, что вам с матерью на дачу дали, вложили в эти террариумы. Папа, он мой муж. И я тебя, конечно, очень люблю. Но ведешь ты себя по-свински. И если ты будешь продолжать так говорить о нем, то я больше к вам не приеду. И тебя к себе не позову. То есть ты меня выгоняешь? Папа, ну зачем ты все переворачиваешь? Оленька, девочка моя, да потому что я за тебя переживаю. Ты молодая, красивая. А посмотри, как ты выглядишь. Одета, черт тебя знает, как ни прически приличные, ничего. Он тебе хоть один подарок солидный за все эти годы подарил? Нет? Не о таком зяте я мечтал. А другого зятя у тебя не будет, папа. Ну ладно, ходим как по кругу. Потом как-нибудь поговорим. Ой! Пап! Пап, что? Что? Тихо, что? Тихо, тихо. Что? Тихо. Денис! Денис, скорую вызови, быстро! Настоящая Юла. Ни секунды без движения. А какие игрушки она любит? Абсолютно разные. Лёш, Лёш, подожди, стой, пожалуйста, подожди, стой, пожалуйста. Я хотела тебя попросить об одном одолжении. Ты не мог бы какое-то время поспать в гостиной на диване? Все нормально. Я просто отвыкла. Я понимаю. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Оленька, мам, ну что? Ой, слава богу, вовремя довезли. Ну все, все позади. Завтра его из реанимации в нормальную палату переведут. Мам, так, что? Я виновата. Я же знала, что у папы сердце больное. Оля, ты ни в чем не виновата и даже ничего не придумывай себе. Как Денис? Переживает. Из-за него рассорились. Ты иди к нему, и жена всегда должна за мужа заступаться, так что... За меня не волнуйся, я вон такси возьму себе. Ладно? Ладно. Ну как он? Поговорить удалось? Нет. Я его даже не видела. Он в реанимации. Мама говорит, что все нормально.
Ну, а я завтра пойду. Оль, меня прости, я виноват. Не должна была его просить. Да нет, ну что ты. Все же наладится. Мы же сильные, правда? Марина, куда ты идешь? Привет. Он вернулся, да? Поэтому ты не берешь трубку, не отвечаешь на сообщения. Послушай, Игорь, мы все обсудили и решили взять тайм-аут. Так будет лучше для Юли, окей? Я понимаю, я просто скучаю по тебе. Пожалуйста, Игорь, я тебя очень прошу. Я не могу так, мне нужно собраться с силами. Пожалуйста. Борь, только я тебя прошу, Маринка знать не должна. Да, само собой. Слушай, Лёх, может, вообще не говорить не будем, что ты откинулся? Так у меня в трудовой перерыв. Ну, что скажем, что за границей работаем? Ну, не знаю, там вот и Болгарии, что ли. Ну, а что? Языки похожи. Единственное, у них только нет, это вот так вот, а да, вот так вот. Ага. Все, пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Папа. О, привет. Ну, проходи, что-то. Не бойся, я еще живой. Проходи, садись. Как ты себя чувствуешь, папа? Ну, хорошо. Вот, отпуск себе незапланированный строил. И так жаль. Да ничего, ничего. Сам виноват. Да ни в чем ты не виноват, пап. Виноват. Не надо хозяина дома обижать в его собственном доме. Оля, давай забудем все, что произошло. Я тут полежал, подумал. Может быть, я и не прав по отношению к Денису. Ну, ты передай ему, что я сожалею. Да ну что ты. Денис на тебя совсем не обижен. Он переживает очень. А насчет кредита, ты знаешь, я все равно уверен, что нельзя один кредит гасить за счет другого. Так вообще можно вязнуть. Поэтому я оплачу его 300 тысяч с процентами, но дальше пусть он выбирается сам. Папа. Ну что ты, ну? Значит, последние 3 года вы работали за границей? Да, в Болгарии. Там язык похожий. Вообще. А вы там тоже системами видеонаблюдения занимались? И системами в том числе, да. Да это я его уговорил. Мне же нужен помощник, а у него руки просто золотые. Я за него отвечаю. Держала, ничего страшного. Отомри! Здравствуйте, Олечки! Здравствуйте, здравствуйте! А теперь рассыпались, как горошины. Рассыпались. Бегом, бегом, бегом. Ну, конечно, можно. Конечно, можно. Ну, как, Саша? Не скучал по маме? Вроде не жалуется. Ну, правда, чихнул пару раз. Ну, нормально. Нужно посмотреть, нет ли у него аллергии. А лучше у мамы спросим вечером. Слушайте, Ольга Сергеевна, мне, конечно, нехорошо говорить, но мне показалось, что от его мамы пахло спиртным. Ну и что? Может, праздник какой-то был?
Ну, возможно, но... А, кстати, Артем подрался с Егором, но я ситуацию разрулила благодаря вашей книге. Молодец. Кстати. Лех, а у нас первые зрители. Привет. Опа. Как тебя зовут? Саша. Саша. Сколько же тебе лет, Саша? 5. 5 лет? Ты уже такой взрослый. И в этот садик ходишь? Да. Да. Чем вас кормили? Саша! Саша! Немедленно отпустите ребенка. Иди сюда. Ты что один делаешь? Дети всем все. Пойдем. Вы? Вы? А вы что здесь делаете? Работаю. Так вы же врач. В данный момент я рабочий. А вам бы я посоветовал лучше следить за детьми. Я же вас не учу гвозди заколачивать. Строго. Саша, а подай синенькие кубики. Кира? А, до свидания, Ольга Сергеевна, до свидания. До свидания. Ну что, давай еще раз твоей маме позвоним. Что я сбежал сегодня. Ну что ты? Во-первых, из-за этого не обижаются, а волнуются. К тому же мама ничего не знает. Слушай, Саша, а давай мы к ней навстречу пойдем? Давай? Давай. Вот, мы здесь живем. Ого, надо же. А я живу рядышком, вот прям в соседнем доме, вот здесь, представляешь? Подожди, Саша. Иди-ка сюда. Аккуратненько. Ты посиди на скамейке, подожди меня минутку, ладно? Девушка? Девушка? Девушка, вам плохо? Вика? Твали. Извини, родная, что так поздно. Да. Ты знаешь, что я купил? О, Дашка будет не просто довольна, но и счастлива. Все, выезжаю, ага. Жди. Как вы себя чувствуете? Сколько выпили? Эй! Это вы вызвали скорую? Да. Родственница? Нет-нет, я воспитательница в детском саду. Похоже на состояние запоя. Надо выводить. Только это не бесплатно. Сколько? 5. Пожалуйста. Встаем. Поехали лечиться. Я не поеду. Я никуда не поеду. Мамочка, сыночек, сладкий, я скоро приеду сейчас. Ген, помоги. Вика, пожалуйста, вам лечиться нужно. Саша. Я боюсь спать один. А кто тебе сказал, что ты будешь спать один? Давай сделаем так. Ты пойдешь сейчас ко мне в гости, мы поужинаем, ляжем спать, а завтра пойдем вместе в садик. Согласен? Вот хорошо. Пойдем? Пойдем. Юля, убери свои вещи. А! Господи! Что это? Привет. Юльке подарок купил. Юлька! Юлька! Мамочка, господи. Я боюсь!
Да это просто игрушка. А вопрос ты хотел сделать вот приятное. Он большой. Да что ты, ну это просто игрушка. Мама, я боюсь. Ну не бойся, это же просто игрушка. Папа хотел тебя порадовать. Это не мой папа. Ну тихо, тихо. Ну, Юлечка, успокойся. Ну, все, все, все. Медведя уже нет, все. Олька, я дома. Привет. Привет. А у нас гости? Кто, мама твоя? Нет. У меня, кстати, новости для тебя. Я была у папы сегодня. А что происходит? Это Саша, мальчик из моей группы. Его мама в больнице заболела. А телефон папы он не знает. Они не живут вместе. Чего ты дашь сюда всех таскать? Слушай, ну это всего на одну ночь. Он маленький, я не могу его одного оставить. А мне позвонить, мое мнение хотя бы спросить, ты можешь? Или оно для вашей семьи вообще ничего не значит? Скажи мне. Ну, прости меня, пожалуйста. Я разволновалась, я не подумала предупредить. А мне, Валя, надоело быть вещью, которую тут сюда поставили, тут сюда переставили. Ясно тебе? Денис, ты куда? На работе переночу. А кто это приходил? А это мой муж приходил. Но он решил переночевать на работе, чтобы нам с тобой было удобнее. А вы никуда не уйдете? Я боюсь один. Нет, ну что ты. Ну куда я уйду? Куда я не уйду? Вообще, знаешь, все будет хорошо. Ну-ка. Что ты тут построил? Это дом для нас с мамой. Ух ты, красивый. Давай-ка мы с тобой еще такую вот здесь башню построим, давай. Держи тебе еще сметана и варенье малиновое, если любишь. Ешь, ешь, давай. Я пока твоей маме позвоню. Слушай. Виктория, здравствуйте. Это Оля, воспитательница Саши. А, я уже выписалась и еду домой. Вы знаете, мы, оказывается, с вами живем в соседних домах. И мы с Сашей уже собираемся выходить в садик. Так что вы приезжайте прямо туда, хорошо? Хорошо. Тогда там и встретимся. Вот и договорились. Ну что? Позвонила твоей маме. Мама приедет прямо в садик. У нас еще 10 минут с тобой есть, так что давай ешь, ешь. Мужчина! А вы не могли бы мне помочь? Надо на асфальте кое-что написать. Я заплачу. Ага. Сейчас. Понял. Извини, больше не могу, все на цветы потратил. Что написать-то? А, Оля, я тебя люблю. Спасибо. Тебе делать нечего. Да ладно, что ты, поможем человеку. Считай, что мы болгарские маляры. Привет, мой хороший. Вы извините, у меня кастинг был неудачный, я срывалась. Бывает. Вы знаете, я не буду читать вам нотации, но, может быть, вам стоит обратиться... Да, 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 я знаю, я буду лечиться. Как ты, сладкий? М? Как дела? Что такое? Что? Там, там! Пары разных сердец для бесконечного счастья. Я тебя не отдам. И верю в то, что будет с нами. Самый большой обман.
ночью, чуть с ума не сошла. Я тоже всю ночь не спал, думал, звонить, не звонить, потом понял, что надо как-то мириться. В общем... Ничего не говори. Вот же у людей отношения-то, а? По-моему, тут замаливание грехов. Вот откуда ты знаешь? Знаю. Ну все, пойдем, пойдем. Слушай, я тебе совсем забыла сказать. Папа вчера дал деньги, и я оплатила весь твой кредит. Хотела еще вчера сказать, но... Ольга, не знаю, как тебя благодарить. Я полный идиот. Меня прости, хорошо? Прощаешь меня? Я тебя тоже люблю. Так, ну все, я побежал. Ты мне больше нельзя промахнуться. Угу. Удачи. Вы что, знакомы, что ли? Стоит ли надеяться, я точно знаю, ты не придешь. И без причины глаза мне говорят об обратном. Никуда не денешься, но правда не похожа на лоб. Сюрприз? Какого черта Сашка оказался у нас дома? Это мне. Это воспиталка твоя жена? Серьезно? Слушай, она же серая мышь. Ну, А что ты вообще тут делаешь? В смысле? Я квартиру снимаю в соседнем доме. И как Сашка вообще оказался в вольной группе? Слушай, ну я понятия не имела, что у тебя жена работает в детском саду. Ну, ты же так тщательно скрывал свою семейную жизнь. Слушай, вообще, мне некогда, мне надо идти. Подожди, не уходи. Скучал? Вик, я с ума сходил, я думал, ты навсегда исчезла. Не уходи больше никогда. Но это все будет зависеть только от тебя. Может быть, ты еще хочешь, пока я тостер не выключила? Нет, спасибо, Оль. А то у меня еще живот вырастет, ты меня разлюбишь. Даже не надейся. Кстати, у нас сегодня богатая культурная программа. Очень интересно. Мы с Викой все вместе идем на пляж. Оля, мое мнение можно было спросить? Слушай, ну это же здорово, на солнце поваляемся. Ну не готов к общению с какими-то там девицами. Да ладно тебе, заодно и познакомитесь с ней. Я не хочу знакомиться ни с какой Викой. Сгорели. И вообще, что это за странная дружба? Нормальная дружба. Я просто помогаю Вике. Она одна воспитывает маленького ребенка. Это тяжело, Денис. Ну, ради бога, Оль, ну не надо меня впутывать в свою благотворительную деятельность, хорошо? А я хотела, чтобы ты Сашке магазин показал. Ящерицу там. Ну что там, зоопарк? Ну ладно. Не буду тебя напрягать. Оль, да не напрягаешь меня, но просто магазин действительно лишний, то извини меня. Угу. Кстати, насчет анализов я подумал и решил, что готов все сдать. Ну, если они, конечно, там работают сегодня. А я сейчас позвоню в регистратуру. Сашка, ну как я тебе? Классно, мам.
Мам, можно грузовик на пляж взять? Будет песочек возить? Ну, только если сам потащишь. Потащу. Смешно тебе, да? Слушай, Саш, у меня к тебе дело. Секретное задание. Какое? Какое? Ты по папе соскучился? Да. Почему он не приходит? Папа на нас рассердился? Нет, не рассердился. Скоро придет. А помнишь, мы с тобой на прошлой неделе смотрели фильм про детей-шпионов? Помню. Помнишь? Так вот, если сегодня увидишь папу, сделай вид, как будто его не знаешь. Папа на меня обидится. Не обидится. Мы с ним договорились. И если сделаешь все хорошо, он купит тебе какой-нибудь хороший подарок. Какой? Велосипед. Ура! Ну что смотришь? Я всегда на каблуках хожу, мне так удобно. Ты шляпу свою видела? Ольга Сергеевна, где ваш муж? А муж дома остался, он приболел немножко. Но я обещала, что он будет весело. Да, весело, побежали. Мариш! Юлька! Юлька! Вау! Она не может плавать? Нужно. Видишь, ручки специальные есть. Будешь держаться и плавать. Держи. Что это значит? Что значит? Сегодня выходной, отличная погода, и мы идем на пляж. Вообще-то мы собрались к бабушке с дедушкой. Мам, я хочу на пляж. Юль, нас бабушка с дедушкой ждут. Слушайте, ну это я забыл, извините. Просто сегодня действительно хорошая погода. На следующей неделе будут дожди. Хорошо, в другой раз. Мам, ну пожалуйста. Пожалуйста. Ну хорошо, я позвоню бабушке, скажу, что мы приедем завтра. Хорошо, хорошо. Иди еще кепку. Давай. Леш, я тебя очень прошу. Давай в следующий раз без сюрпризов, хорошо? Хорошо. Просто я правда забыл. Мамуль, ну какая разница, приедем завтра. У Юльки в садике карантин объявили, так что мы свободны, как птица. Да нет, нет, не переживай, с Юлькой все в порядке. А, подожди. Мамуль, у меня вторая линия, я тебе перезвоню. Алло? Рин, привет, я рад, что ты взяла трубку. В последнее время это не так часто случается. Игорь, я просил тебя не звонить. Ну, прости, не смог. Только что проезжал мимо твоего дома, и я очень по тебе скучаю и по Юле. Игорь, сегодня выходной, у нас есть планы. Давай встретимся в понедельник и решим все вопросы. Хорошего дня. С работы звонили. А мы крем купили. Ну, на всякий случай, для загара. А у меня есть. Ну что, намазать тебя? Намазать! Давай сначала доедем, а потом я кого-то так намажу, так намажу. Давайте машину, бегом! Босоножку дал сюда быстро. Мам, я хотел ямку сделать. Сашка, держи совок. Вон совком роют, ты знаешь, сколько они стоят? С ума сошел. Вика, как у тебя кастинг вчера прошел? Да никак. Сразу бы сказали, что им страшненькое нужно. Слушай, а ты не думала, ну, заняться чем-то другим? Ну, в институт может поступить. Какой институт? Я школу еле закончила. Ой, кто бы говорил. Знаешь, вот ты еще скажи, что тебе нравится работать воспитательницей. Конечно, нравится. Конечно, нравится. Если бы не нравилось, я бы не работала. С детьми, знаешь, как интересно? О, бла-бла-бла-бла. Еще скажи, что у тебя с мужем хорошие отношения. Да. Что ты, с Денисом мне вообще очень повезло. Да? Да. Угу. Мы с ним, ну как тебе сказать, ну, родственные души, вот. Что? Родственные души. Родственные души. Слушай, вода хорошая, наверное. Не хочешь искупнуться, а я с Сашкой посижу. Нет. Я позагораю, бесплатный солярий. Ладно, а я пойду. Саш, не сыпь на меня песком, а? О, давайте туда пойдем. А, это потому что там палатка с мороженым, да? Нет, малышка, мы пойдем туда, где чистая тень. Тогда сразу мороженое купим. Мам, пап тоже хочет мороженое. Пап, ты ведь хочешь мороженое? Я бы не отказался. О, сговорились, да? Шантажисты вы мои. Ну хорошо, мы пойдем тогда мороженое купим, а ты нам выбери место, хорошо?
Она же тонет. Мадам, Ольга Сергеевна руками машет. Саша, это она так плавает. Дайте полотенце. Тетя Оля, Ольга Сергеевна. Все, ребят, расходимся, я врач. Сидеть можете? Да, я мимо пробегал. Вы что, плавать не умеете? Просто стала дышать с нечем и все, исчезла. Знаете, это может быть и наследственно. У вас в семье кто-нибудь страдает заболеванием сердца? Папа. Олечка, Оля, что случилось? Слушайте, у вас подруга чуть не утонула. Вы куда смотрите? Мужчина, а что вы кричите? Она с ребенком, я не до того. А я вас знаю, вы у нас в садике работаете. Саша, он врач. Мне надо идти. А вам я настоятельно рекомендую проверить сердце. Ну и кто это, Оля? Ты его знаешь? Он у нас в садике работает. Камеру устанавливает. Что случилось? А вон и папа. Лёш, ты где был? О, боже мой, ты чего такой мокрый? Что случилось? Человек чуть не утонул. Да ты что? На минуту тебе нельзя одного оставить. Все в порядке? Надеюсь, он жив? Она. Женщина, да, жива, все в порядке. Мариш, дай свой мобильный, мой промок насквозь. Да, конечно, сейчас, подожди секундочку. Я ее знаю. Кого? Женщина, которая чуть не утонула. Алло. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Цыбин, можете говорить? Да, конечно, подожду. Ага. Она была в нашем центре. А она у тебя наблюдается, что ли? Не у меня, у Славьевой. Но это не важно. Там, в общем, беременность и сердце. Uh-huh. Алло, Ирина Анатольевна. Скажите, а у вас пациентка наблюдается, кажется, Прохорова, такая фамилия. Ей срочно нужно ставить монитор. Да. А папа мороженое будет? Нет, ешь два. Ура! Так, папа занят. Какую открыть? Тлит. Какую открыть? Не знаю, пойдем. Пойдем. Че ты плетешься, Саш, давай быстрее. Слушай, никогда не могла бы подумать. Проблемы с сердцем. Ну, что ты запарилась, а? Ну, подумаешь, какой это умник, что-то брякнул, а? Он не умник, он известный врач-репродуктолог Алексей Цыбин. Репродуктор? Специалист по искусственному оплодотворению. Мы с Денисом ходим в один центр. Так вот, этого Цыбина там все знают. И что, Денис согласился? А что тебя удивляет? Да ничего. Денис очень хочет детей, и я о них мечтаю. Мам, там карусель с машинками, пойдем кататься. Так, Саша, хватит греметь своим грузовиком, дай! Давай вперед иди, все, нам надо Ольгу Сергеевну домой отвезти. Да со мной все в порядке. У нас нет денег на карусели. Я заплачу. Мам, пойдем. Я сказала нет, зачем ты это делаешь? Ты что? Что, зачем ты его провоцируешь? Я просто помочь хочу, Вика. Все, помогла? Помогла? А? А ты спросила, нуждаемся ли мы в твоей помощи? Так слушай, нет. Хватит, все, пойдем. Ну извини, Оль. И просто нервы ни к черту, правда, после больницы. Да я понимаю. Ты меня тоже прости.
Слушай, я хотела тебя попросить, если ты вдруг встретишь Дениса... Ты чё, чё это я его встречу, я с ним даже не знакома, Оль. Ну, извини, пожалуйста, ну просто если ты его вдруг увидишь, ты ему ничего не говори про сегодняшнее. Да, конечно, не вопрос, чё ты плетёшься, давай вперед иди. Вика. Да плетётся под ногами, мешает мне. Просыпайся, Соня. Завтракать пора. Я сегодня завтракать не буду, наверное, сразу уже на работе. Поем. Доброе утро. Опять до обеда будешь голодным? Ничего, по дороге перекушу. Слушай, Денис, а когда будут готовы результаты? Какие результаты, Оль? Ну, ты же вчера анализы сдал? Я 20 минут вначале в очереди простоял. В регистратуре там какая-то полуслепая бабка наши карты искала. Потом я в очередь в процедурную встал. И тут обед случился. И что? Ну и ничего, я уехал. И вообще за те деньги, которые мы платим этой клинике, они могли бы хотя бы минимальные условия создать? Послушай, а почему ты мне сразу не сказал об этом? Потому что я хотел все сделать сегодня. Или завтра, или на днях. Один же день ничего не решает, правильно? Я сегодня к врачу записана. И думала, что какие-то результаты будут. И вообще я считала, что для тебя это тоже важно. Важно, Оль, важно. Так же, как и для тебя. Я все сделаю, тебе скажу, хорошо? Здравствуйте. Привет. Надо здесь крутиться, я тебя прошу. Своё уменок в луках! Пусти меня. Офигел? Зачем ты с Ольгой общаешься, а? Да из-за Саши, нужна мне твоя курица. Слушай, мне деньги нужны. Ты обязана о нас заботиться. Вики, я стараюсь, но я не миллионер. Ты что, забыл? Я только что по долгам расплатился. Да? Значит, на Сашку у тебя денег нет, но ты хочешь второго ребенка, так? А чего ты взяла? А мне твоя женушка сказала. Мы же теперь с ней лучшие подружки, да? Слушай, ты... Успокойся ты, успокойся. Никому ничего не скажу. Просто ты просил Сашку от тебя не прятать, м? Обещал золотые горы. Я как дура поверила, а ты не собираешься разводиться. Вик, ты пойми. Пойми, пойми, я устала понимать. Значит так, у меня два варианта. Либо я требую алименты через суд, либо забираю Сашку, и ты нас больше никогда не увидишь. Пока, милый. Руки убрал. Юль, не трогай папин мобильный, пожалуйста. Я хотела проверить, высох он уже или нет. Нет, он еще не высох. Давай сойди завтракать. О, каша. Я не хочу кашу. О, Господи, когда же этот карантин в садике в твоем закончится, а? Давай так договоримся. Ты съедаешь хотя бы половину порции, и мы идем гулять, когда захочешь. М? Я хочу к папе на работу. К папе? А что у папы интересного? Папа сказал, что там все время растут и рождаются маленькие дети. И я хотела посмотреть на них. Пошли. Ты серьезно? Ты думаешь, прямо у папы в кабинете детки растут, как цветочки? Да-да. Ну ладно, хорошо. Ты съедаешь кашу, и мы едем к папе на работу, окей? Я совсем понимаю, мы же... Хорошо. Выписки ошибка. А, вы мне позвали, чтобы ошибку исправить. Ну вот видишь, больница как больница. Никакие дети здесь, как цветы в горшках, не растут. А у папы в кабинете? Давай расписание, что ли, посмотрим. Так. Странно, папиной фамилии не вижу. Давай в регистратуру сходим. Пошли. 201 кабинет. Врач Панкова. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, в каком кабинете Цибин принимает? А Цибин у нас сейчас не работает.
А где у вас кабинет главврача? А, по коридору 216. Ага. Иди ко мне. Посиди здесь меня, подожди. Мам, что мне делать? Я не знаю. Порисуй. Вот, на. Рисуй. Ну-ка. Ну, ты правильно. Надо стереть от безобразий. Зачем стирать? Смотрели бы люди, радовались бы. Чему радоваться? Она ребенка хочет, а ей нельзя, у нее сердце. Ну, тем более, ребенка нет, зато какой муж любящий. Угу. Твою мать. Давай сверну. Здравствуйте, я к Соловьевой. А, присядьте, вас пригласят. А вы уже своего ребеночка выращиваете? Нет, пока еще нет. А что ты тут делаешь? У меня здесь папа работает. Он врач, фамилия Цыбин. Алексей Ильич? А? А что ты рисуешь? Вот, смотрите, это кот. Он гуляет по крышам. А знаешь что, вот если здесь еще луну нарисовать? Ага, так красиво будет. Очень. Пойдем. Здравствуйте. Здрасте. Я еще не дорисовала. Пойдем, пойдем, нам пора. Мам, ну пожалуйста. Прохорова. Мама, где папа? Не знаю, мне самой интересно. Мам, ну я сама. Да отъедь ты! Мам, ты ж дядя Игорь. Почему ты не отвечаешь? Слушай. Рина, привет. Мой муж готов сдать все анализы. Просто сейчас у него завал на работе. Он не может приехать. Но когда у него получится, он... Разговор не о вашем муже. Да я сдала все анализы не один раз. Да, но я хотела бы вам поставить кардиомонитор как минимум на сутки. У вас могут обнаружиться противопоказания. Какие противопоказания? Скажите, что с вами случилось на пляже в воскресенье? Откуда вы знаете? Поэтому... Я настаиваю, чтобы вы прошли дополнительное обследование сейчас же в 201-м кабинете. Невыносимо целый день с этим ходить. Сережа. Ну, молчу, молчу. Видите, где она меня держит? Во! Вы ложитесь, не сидите. Ага. А когда сидеть-то можно будет? Когда врач разрешит. Ложись, ложись. Ложись давай. Сереж, ну ты как маленький, а? Ну вот ты выздороветь хочешь или нет? Я тебя спрашиваю. Хочу. Ну? Как Оля? Оля, все нормально. Нормально это все по-прежнему? Ну если ты хочешь узнать, не успела ли она за это время развестись с Денисом, то нет. Ты не волнуйся за них, у них все будет нормально. Сами разберутся. Слушай, хочешь, я тебе апельсинчик почищу, а? Почисть. Слушай, не бодай стекло. Ну как, вкусно? Бомба! А можно еще мороженое? Конечно, беги к витрине, выбирай. Ура! Какое захочешь. Ага. Я постоянно думаю о нас с тобой. Это же
не просто интрижка. Ни для тебя, ни для меня, ни даже для Юли. Зачем все ломать? Ты знаешь. Ты вот так его любишь? При чем здесь любовь? Ты что, забыл, почему его не было? Что он за меня отсидел в тюрьме. За рулем в тот день была я. Алешка взял всю вину на себя. Он 3 года прожил в этом аду, его дочь выросла без него, а я... Мариш, ты маленькими порциями ешь, а то простудишься. Мама, я фисташковое заказала. Молодец. Слушай, Юлька, ты так аппетитно ешь, может, нам с мамой тоже по мороженому закажешь? Конечно. Давай, на твой вкус. Ага. Прости, я... Не должен был. Тебе не за что извиняться. Виновата только я. Нет. У тебя не было другого выхода. Ты должна была остаться с Юлей. На месте твоего мужа я поступил бы так же. Но время идет, многое меняется. Ты же не можешь всю жизнь быть у него в долгу. Вот вы зачем рассказали Ирине Анатольевне про тот приступ? Вам что, больше всех нужно, а? Хотите умереть – ваше дело. Но ваш доктор должен знать обо всех подводных камнях. И потери пациентки. Плохо скажется на статистике центра. Что? Я хочу ребенка, ясно вам? Я готова рискнуть, это только мое тело! В конце концов, вы мне сами говорили, что нужно надеяться. А почему я не могу? Если бы это произошло в моей семье, я поступил бы так же, поверь. Вам легко говорить, у вас есть дочь. Ха, откуда вы знаете? А я ее видела сегодня в вашем центре. Между прочим, очень умная и интеллигентная девочка. Моя жена не в курсе, что меня не установили. Я не думал, что она поедет в центр. У меня телефон промок. Но она же поймет. Я пойду. А ты чего это? А где Юлька? Решила встретить тебя. Юльку отвезла к родителям. Больше не могу прогуливать работу из-за ее карантина в садике. Как работа? Устала, наверное? Ну, почему ты мне ничего не сказала? У меня же есть связи в медицинских кругах. Я могла бы тебе найти приличное место. Я не хочу другое место. А если придется ждать год? Я разберусь. Не волнуйся, с деньгами проблем не будет. Да дело вообще не в деньгах.
Мне все равно, где ты и кем работаешь. Меня волнует то, что ты мне вообще не доверяешь. Ну, конечно, доверяю. Вы с Юлькой — это все, что у меня есть. Дурак ты, Цыбин. Смотри-ка ты. Люля, отгадай, кого я сегодня встретила в садике. Ну и кого? Твоего спасателя Малибу. Боже, он не мой. Не твой? Нет. А что это мы так покраснели, а? Слушай, ну не придумывай. И вообще на него сегодня наорала, представляешь? Теперь жалею, стыдно, у него и так неприятности. Четыре. Да ты что? А ты знаешь, что Сашка, любовь на 80% состоит из жалости, да? Вик, все, хватит, не придумывай. Ладно, не буду вам мешать. Посиди, пожалуйста, 20 минут, Сашка. Ладно, мне отойти нужно. Что? Что ты на меня так смотришь? Я не за выпивкой. Мне с Сашиным папой нужно встретиться. Папа! С папой. Он деньги должен передать. Давай. Ладно, удачи. Все, теперь я хожу. А ты смотри, ты куда убежал. Четыре. Так. Раз, два, три, четыре. А Сашка с кем? Отгадай с трех раз. Он с Ольгой, что ли? Вик, ну я же тебя просил, ну ты с ума сошла? Так, Денис, не надо кричать. Мне помощь нужна, Саша к ней привык. Привык? А если она захочет узнать, кто его отец? Не захочет. Жена у тебя очень тактичная и воспитанная. Ну и что? Так, по какому случаю? Ты должна отсюда переехать и садик сменить. Да? А мне здесь нравится. А мне не нравится. Что не нравится? Что ты с Ольгой общаешься. Ну так, милый, может быть, ты побыстрее шевелиться начнешь, когда будешь знать, что я в любой момент могу кое-что рассказать твоей жене. Вика. Мало. Ничего личного. Я просто мать. У вас в семье были случаи сердечных заболеваний? Ну да, у моего отца недавно был инфаркт. А при чем здесь это? Ну как при чем? В сердечных делах все при чем. И нервы, и экология, и наследственность. Могу сказать, не очень мне ваши результаты нравятся. Да? А что нужно делать? Я готова лечиться. Не хотел вас пугать, но, видимо, придется. Вы же в курсе, что смертность от заболеваний сердца у беременных на 4-м месте? Нагрузки повышаются, а снабжение миокарда ухудшается. Слушайте, ну а вы с мужем не думали усыновить ребенка? А что, все так серьезно? Ну что, Маринка вчера не убила? Да вроде объяснились. Да потому что надо под окнами любовные послания на асфальте чаще писать, как это делают некоторые. Ага. Понимаешь, тогда все наладится. Да не понимаешь ты. Потому что болгарин, он в Африке болгарин. Ладно, пойду на телефон денег кину. Давай. Алексей! Здравствуйте. Здравствуйте. Не смотрите на меня так, будто я на вас нападаю. Не подумайте. Честно говоря, я не успел ничего такого подумать. Знаете, у меня книга есть для вашей дочери. Я знаю, она хорошо рисует, но лепить — это еще полезнее. Это развивает мелкую моторику. Спасибо. Вы меня простите, что я на вас так налетела. Надеюсь, ваши проблемы разрешились? С женой, я имею в виду. Да, все в порядке. Простите, я вмешиваюсь в вашу личную жизнь. Все нормально.
Я была у кардиолога. И что он сказал? Он сказал, что мне нужна операция. Коронарное шунтирование. Я знаю хороший кардиоцентр, где и оборудование, и специалисты отличные. И... Дело не в этом. Я не готова. Я... Мне страшно, понимаете? Я... Я понимаю. Оля! Денис. Кто это такой? Это Цыбин Алексей Ильич, врач. Это Денис, мой муж. Здрасте. Ключи от дома забыла. У меня сегодня на работе инвентаризация, я сдержусь. Решил тебе сюда их привезти. Спасибо. Пока. Пока. Так неловко получилось. Вы обязательно ему скажите. У него и так проблем много. И мне подумать нужно. Я опаздываю. Еще Денис! Разок. Упусти! Вик, а что с Ольгой происходит, не знаешь? Вы же теперь подружки. А, подружки, подушки. Ты про то, что случилось на пруду? А что случилось на пруду? Только не говори, что ты не знаешь. У меня сердце прихватило, она чуть не утонула. Ее тут мужик спас и откачал. Какой мужик? Откуда я знаю? Ну, в садике у них работает, там камеры развешиваешь, что ли. Да! Ну ты чего? Правда, Оля говорит, руки, что он известный доктор. Доктор Айболит? Нет, доктор Цыбин, знаешь такого? Все. Алексей? Может, и Алексей, понятия не имею. Какой пароль, Вик? 3 семерки. Очень интересно. Ничего себе. Вика, ты можешь мне помочь? А что мне за это будет?
Ольга Сергеевна. Это я. Заходите. Спасибо. Итак, Ольга Сергеевна, давайте-ка уточним вот этот момент. В случае вашей внезапной смерти все ваше имущество, в том числе и квартира, остается вашему законному супругу, Денису Ивановичу Прохорову. Все верно? Да, все верно. А у вас в этом браке дети есть? Нет. Пока нет. Может быть, сестры, братья? Нет. Пожалуйста, вот здесь. Саша. А, Коновалов. Да. Мы из третьей группы. Но мне кажется, у него все в порядке, он обустроился. Ну, в принципе, нам все нравится. Ну, у Ольги Сергеевны обычно все нравится. Да, но дело в другом. Вы знаете, у вас тут молодые люди работают, там камеры развешивают, провода какие-то. Так вот, я узнала одного. Это бывший врач Цыбин. И вы знаете, мне страшно за своего ребенка. Вы поймите, я мать. А, собственно говоря, что случилось? Ну как? Человек только что вышел из тюрьмы, он отсидел за убийство. Или вы не в курсе? Итак, для динозавра нам нужно один шар для головы и 5 колбасок для лап и хвоста. Тюр, я лапки и хвост, а ты голову. А я голову. Привет. Привет, мам. Привет. Чем занимаетесь? Лепим динозавриков. Что так поздно? Пробки. Еле добралась. Вы уже поужинали? Да. Тебе разогреть? Нет. Я, наверное, в душе сразу лягу. Голова разболелась. Это тебе. Спасибо. А у меня новый телефон. Вот так вот. Я открою. Угу. Ты любишь фисташковое мороженое? Ой, доченька, не знаю. Наверное, люблю. А ты хочешь мороженое? Ну да, оно вкусное. Я вчера в кафе была. А я его там ела. Молодец какая. Это к тебе. Ко мне? Я сейчас. Ты что, Борь? Лёх, пойдем выйдем. Поговорить надо. Ну, пойдем. Лёш, мусор прихвати, пожалуйста. Привет. Что-то ты сегодня припозднилась. Я после работы заехала в одно место. Куда? Слушай, ну какая разница? Поужинал. А ты поужинала? Что с тобой? Да не, я просто все про этого мужика думаю, с кем-то возле детского садика разговаривала. Ты про Алексея? Просто отдала книгу для его дочери. А дай-ка мне свой мобильный, я посмотрю, кому ты сегодня звонила. Ты с ума сошел? Денис, прекрати! Я посмотрю, Оль. Самое главное, я не понимаю, откуда заведующий про тебя узнал. Осторожный олень. Вот так вот. В общем, Лёх, смотри, это твоя половина. Один справишься? Да куда я денусь? Ну ладно, все, побегу я. Ждут меня. Ну давай, все наладится. Болгарин. Маринке привет. Спасибо, Борь. Да не за что. Оля, зачем ты завещание составила?
Ты мой самый близкий человек в жизни. И если со мной что-нибудь случится, хочу, чтобы у тебя было все хорошо. Подожди, присядь. Ольга, мне прости, пожалуйста, я полный идиот. Прости меня. И что может случиться? Мне придется сделать операцию на сердце. Иначе я не смогу родить ребенка. Ой, ну мы же можем... Подожди. Ребенок нас всех примирит. И папа перестанет злиться. И если честно, я ради этого готова на очень многое. Так, через 10 минут Володя подъедет, он в пробке. Дай мне. Я сам. В пробке? Да нужно такси вызывать. Так, доедем. Ну, как у вас дома-то? Да все у нас хорошо. Я ждать не могу, мне на работу нужно ехать. Ну, езжай. Конечно, езжай. Езжай, езжай, да. Вы позвоните, когда едете, хорошо? Позвоним. Хорошо. Вы не забудьте, сегодня вечером мы у вас. Да ты не волнуйся, мы не забудем. Ой, Господи. Хоть бы она уже быстрее забеременела. Даже думать об этом не хочу. Все. Я доел кашу. Так, а ты почему оставил? Там изюм. Он похож на таракана. Бесполезно. Даже пробовать не хочет. В садике, что ли, наслушалась? А знаешь, как сушат изюм? Целые грозди винограда укладывают на крыши. И они там лежат под солнышком. Все это так вкусно пахнет. Думаю, местные дети ждут не дождутся, когда они дозреют. Ну, раз тебе не нравится, то... Ну и как? Ничего, но мороженое лучше. А никто и не спорит. В выходные пойдем в кафе и поедим мороженое. А мы пойдем в то кафе, где с дядей Игорем сидели. С дядей Игорем? Игорь. Мой коллега по работе. Ну, помнишь, я тебе про него рассказывала? Он нам немного помогал. Пока тебя не было. Алло. Давай сюда. Я хочу доесть изюм. Хватит, Юля, перестань. Не трогай. Буду. Ты звонил? Вася. Он все-таки выбил мне ставку, велел приезжать и оформляться. Да ты что? Да. Это здорово! Я тебя поздравляю. Спасибо. Хватит, я сказала. Иди одевайся.